Друзья, всем привет! Не знаю, как правильно начать сию выпуск, сию серию, но, наверное, надо упомянуть о том, что тотальный обман есть не только на нижнем уровне, а если обратить внимание на напитки, вот даже взять напиток, который сделан на основе ароматов Coca-Cola, и там стоит большая кратная красная надпись Coca-Cola, только это нифига не Coca-Cola, это напиток, который сделан на основе ароматов Coca-Cola. То есть там вообще бог знает что. Но Украина страна контрастов, здесь такое позволено. Точно так же сегодня столкнемся с официалами. И вот насколько они официалы и как они оформлены, давайте посмотрим. Друзья, сегодня Multivan интересен тем, этот автомобиль, что поездка, честно говоря, авантюрная. Авантюрная она тем, что машина в такой комплектации всего одна. Это Multivan на механике. Понятно, что очень часто меняются предложения на рынке. То автомобилей становится больше, то автомобилей становится меньше. Но на момент, когда мы осматривали автомобили, выбирали, Multivan в Украине было всего два. И вот этих вот мультиванов, один стоил 31 тысячу долларов, второй стоил 36 тысяч долларов. И пока мы рассматривали, выбирали, один из них ушел, остался только один. На автомате их, конечно, несметное большое количество. Но вот так вот случилось, что на ручке, на весле, кто как хочет называет, на палке, автомобиль был только один. Находился он в Виннице. Принято решение ехать смотреть. Едем, смотрим. Я на всякий случай показываю некоторые места. Я прошелся уже так, посмотрел глазами. Вижу, что оно не крашено, но для акта осмотра мне все равно нужно будет потом вписывать значения, какие есть. И, соответственно, все эти видео, они останутся доступными на случай каких-то спорных вопросов потом. Есть очень легкая коррозия на двигателе. Ой, двигателе, по-моему, на кузове этого автомобиля. Вот в таких доступных местах, как, например, попробую пустить камеру вот там в конце порога. И, я так понимаю, на днище тоже будет. Это отдельно заедем, посмотрим. Так, дверные проемы также не забыть показать, что они не крашеные. Ну да. Бампер передний крашеный. Вот здесь это видно, когда оклеивали, вот так вот уже полопалось. Вот также вот здесь краска попала. Вот здесь видно, не очень хорошо выготовили. А дальше, ну вот здесь вот камера вряд ли покажет. В общем, передний бампер у нее крашеный. Автомобиль снаружи выглядит очень зачетно. У него нет ни единого подкраса. Он уже заполирован, он уже подготовлен. Но сделан он тоже не идеально. Там на самом деле есть следы от того, что были надписи. Позже мы установили фирму, чьи это надписи, но об этом немножко позже. По двигателю все хорошо, мотор не мытый, это очень классно, мотор не писается, что говорит о том, что у него нет слонячего пробега, но все равно он нету окисления на моторе, значит машина долго не стояла, с учетом того, что да, клапан EGR у нее стоит новый, и он даже работает, но я к тому, что по теплу я чувствую. Так, сажевик, да, я не вижу следов того, чтобы он был кастрированный, но датчик лямбдазона где-то слегка дал. Так, рулевая рейка, правая сторона, по крайней мере, у него целая. Вот такая штука будет уже и на днище. Я предполагаю, я еще не видел. Так, по фарам, фары у него... Не вижу следов полировки. Да, фары у него не полированные.
Ну да, тут же бампер красился. Капот у нее краешек не ржавый. Сейчас подниму камеру. Здесь часто бывает на машинах ржавенький. Ну такой, мальчик вроде неплохой, но следы коррозии заставляют сомневаться. А где она каталась в Германии? По каким землям? 80 километров от Голландии. Сыпят туда всего, будь здоров. Если цвет поменяется, то где-то у нее либо не то чтобы течь, а ну я уже понимаю, что там здесь не нормально, потому что она даже не зеленеет. Если сухо, она станет желтого цвета. Если где-то есть микротрещины, она станет зеленого цвета. Ну вот здесь пока все хорошо, она цвет не поменяла, поэтому пробоев с прокладками, с головой здесь все нормально, здесь ничего нет. Но этот автомобиль, он не такой хороший внутри, какой он хороший снаружи. Не, внешне классно, ничего там сильно ушатанного, потрепанного нету. Но есть потертости салона, есть где-то там причухнул, где-то там потолок поцарапал. На самом деле, по наклейкам мы установили, что это за компания была. Это компания, которая занималась изготовлением протезов. Вот. И, возможно, это следы от этих протезов, когда их транспортировали, ну, не знаю куда, но, в общем, есть конкретные следы от перевозки грузов. Так, и хочу показать, как я понял, давай. Здесь слегка подрана тонировка, потому что камера села, и тогда я тонировку не показал. Есть на каждом стеклышке маленькие подертости. Боковые перетонировать можно, задние перетонировать могут единицы, потому что при, когда срезается, снимается пленка и обрывается обогрев, поэтому этого никто не делает. Машина, в принципе, очень интересная, машина зачетная, по крайней мере, снаружи и внутри тоже можно с этим смириться. Тем более, выбор у нас небольшой, всего аж один автомобиль на палке. Но у меня есть сомнения по поводу пробега, потому что крайний тюф, который парень показывает, в 2016 году этот автомобиль имел, если мне не изменяет память, 137 тысяч пробега или что-то около того. Но это было за царя гороха, это было очень давно. Сейчас уже прошло много времени, и с тех пор этот автомобиль эксплуатировался, и он приехал сюда на красных номерах. Соответственно, в любом случае у этой машины был техосмотр, но его не показали, поэтому я понимаю, что пробег скручен, вопрос только скручен насколько. Я это все озвучил заказчику, заказчик говорит, ну ладно, полностью обслужено, это хорошо. Но тут же вопрос в том, что у нее 100 с мелочью километров пробега, ну, позиционируется как. Сейчас попробую монитор взять. Проблема этого мотора то, что он механическая коробка. Был бы автомат, в автомате в такой связке сложно скрутить. Двигатель 172-501, 200 километров. Ага. Лямбда-зонд не работает, на всякий случай. Там, где вам это делали, зачем чистили историю? Именно. Ну, в смысле, удаляли все неисправности. Ну, ошибки были после того, как вот ставили этот, как его, клапан ЕГР и все остальное, то ж ошибка осветилась, ну, что это... по ЕГР и все такое, поэтому чистилось. Было это 2 недели назад, 5 мая, да. На пробеге в 172-501, ну, так как это написано. Хотя, честно скажу, у меня есть сомнения тому, что у нее 172, у нее, я думаю, немножко больше, но не могу этого доказать, потому что здесь механика. Ну, как говорил Станиславский, не верю. Так, монитор сюда. Просто не верю, хотя работает мотор еще хорошо. Я открыто продавцу сказал, что я не верю в этот пробег. Потому, запятая, что и показал, объяснил, рассказал, почему я в него не верю. Он мне клялся, божился показать все документы, те, которые есть, в том числе и сервисная книжка,
и крайний тюф, который у него где-то есть, где-то дома. Но забегая наперед, скажу, что мы этих документов ждем по сей день. Они так и не были предоставлены. Полный бак топлива практически. Да, со сцеплением у него все хорошо, вибраций никаких нету. Разгоняется нормально, турбина в принципе надувается, надувается нормально. Динамика, как для такого паровоза и двухлитрового двигателя. Ну, у меня просто 4.4, поэтому... Ну, извините. Да, тут как бы и машина эта тяжелее, и мотор у нее не такой. Здесь 140 PS, а у вас, блин, извините меня, как бы... 315. Алло, алло. Проехал я на этой машине, мы уже с салона сняли середину повторно. Сцепление, похоже, действительно у нее меняли, потому что оно в самом низу, и я сначала аж как-то так опешил. Ну, не в самом низу, вот как должно быть, все нормально, но я думал, чуть будет выше. Вибраций нет, едет нормально, синхронизаторы в коробке тоже все абсолютно адекватно работают. Когда вопрос стал о том, что нужно посмотреть автомобиль более детально с технической точки зрения, ну, на русском языке поехать на СТО, продавец сказал, что мы поедем на официал. Окей, хорошо, мы поедем на официал. Боже мой, дорогой, привет. Мне надо точно мультиванчика загнать на эстакаду чи на подъемник, подивитись. Людина просто приехала тут подивитись его. И историю все полностью пробить его можно. Это будет за, ты же сам понимаешь, за денежку все как положено, что там скажешь. Что? На яму, да? Супер. Все, я через 10 минут буду. Окей, едем. Сейчас закрываю все. Можно сделать диагностику ходовой, полностью все. Класс. Делаем. Ну это будет стоить денег. Хорошо, я знаю. Все, сколько, да, сколько, да. Сколько? 300 гривен. Хорошо. Не-не, диагностика ходовой, хочет людина добыть, это... Я плачу нормально. Все, да. Все официально, все по истории, все посвящу, да? Все. Ну, у меня на самом деле тяжело испугать. Я на официале был много раз и неоднократно. Единственное, чем официал отличается от гаражей, это тем, что есть люди в чистой форме, ну, не всегда в чистой, но практически всегда, и можно посмотреть у него пробег. Ну, окей, поехали на официал, заодно и посмотрим пробег. Сейчас я как раз днище посмотрю. Кстати, на удивление, оно и не такое, как я предполагал. Чистенькое. Не ржавая. Не, есть, конечно, следы ржавчины. Да, машин долго не стоял, потому как большой коррозии на ней нет. Глушитель у нее уже разваливается, что тоже вряд ли похоже на 172 тысячи. Да-да-да, нормально. Но само днище у нее реально классное, целое. Что еще, насколько целое? Есть, осталось, но не целое. То есть во время тряски сами по себе они могут давать подстукивание, то есть за конструктива. То есть если будет машина как грузовая использоваться, то эти сайлентблоки сюда ставятся и... Ну, порядок, вот этот правый стучит больше, чем левый. Он еще не стучит, но я чувствую, что он больше изношен, чем левый. Это конструктивно получается, такой сам по себе. То есть даже когда на новые идут сайлентблоки, то они могут давать стук. Классно, сухо, комфортно, даже полуосени текут. И это у нас откуда? Это у нас охлаждайка. Откуда она фигачит? А чё подрамник в антифризе? Что? Подрамник в антифризе. Так же, когда меняли ЕЖР, да? Вот именно клапан ЕЖР. Все, понял. Вот именно, как бы, блин, это все замерно засунуло. Зачем подняли? Потому что этот теплообменник один оказался. И все, когда его... Пытались почистить, то ничего не было. Поэтому ее полностью поменяли. Где-то поэтому и послуг. Занимался полностью новый послуг, все полностью поменяли. Нет, уж он свеженький. Так, ладно, тут течи нет, тут хорошо. Коробка сливалась, потому что менялся полностью демпфер, менялось сцепление, полностью все это замена. Демпфер менялся, это хорошо. Так, тут
усилитель красивый. Можно увидеть, пена задута краской. Не-не, я вижу, подрамник у нее ровный, усилитель. Ну все, это как обычно, вот немцы, блин, с баллона задули ее. Ну, сделано лучше немножко, чем с баллона, но... Ну, бампер с разборки. Ладно. Окей, собираем. Теперь, что касается пробега и компьютера, покажите же вытяги, дайте. На любом уважающем себя сервисе, если вдруг кто не знает, при наличии человека, на которого оформлен автомобиль, то есть собственника, всю информацию предоставляют и запросто ее печатают. Сложности в этом нету. Здесь же мне показали монитор с какими-то двумя малопонятными для меня записями, которые нельзя развернуть. А когда, ну, на других сервисах, например, в Киеве, в Ваге, в других городах я был, программа везде одинаковая. Там есть заказный ряд, открываем и смотрим, чего делали. Здесь же такой вариант что-то не влез. Я не знаю, что это за программа, но я с ней ранее не был знаком. Поэтому я не могу утверждать, что она честная, классная, порядочная. Плюс мне везде запросто предлагали распечатки, я всегда их брал. Я подшиваю к заказу, и все эти документы отдаются заказчику. В данном же случае мне был выдан... Сейчас расскажу прикол. Просьбу распечатать этот документ мне было отказано, просьбу сфотографировать с монитора мне было отказано. В общем, вот есть, этому надо верить. Ну, мы этому нифига не верим. Теперь, что касается сервиса и его порядочности, Дяденька, вы меня ассоциируете с аморально разлагающимся типом. А ты меня, девочка, ассоциируй меня, девочка. Вот точно так же у меня официальный сервис не очень-то сильно и попахивает официозом. Почему? Когда я попросил документы, заказ-наряд, мне выдали заказ-наряд, касса там. Я ж, как всегда, парень, имеющий в руках только телефон, кошелек у меня в машине. Гривен у меня с собой практически никогда нету. Ну, 21 век на дворе, ну нафиг не нужно. Всегда можно добыть денег и так. Тем более, рассчитываться можно везде, даже на базарах. Когда покупаешь квас, байпас подошел, бздынь, телефон положил, тебя рассчитали. Здесь же я подхожу на кассу. Говорю, господа, я хочу рассчитаться. Давайте наличными. Говорю, нет, у меня наличных нет с собой. Я готов рассчитаться безналичным расчетом через терминал. Мы не можем через терминал рассчитаться. И тут я понимаю, что где-то кто-то меня хочет нахлобучить, но еще пока не понимаю, где. Я говорю, так, стоп, ребята, это официальный сервис, я правильно приехал? Винница, большой и классный, белый, с синими буквочками. Да, это официальный сервис. Ладно, сходил я в машину, прихожу, отдаю денег, они мне, спасибо. Я говорю, чек и акты. Мы не даем. Ну, как бы акт я забрал, а чека я у них особо так и не дождался. Самое интересное, деньги у меня приняла ФОП какой-то там, какая-то ФОП. То есть не совсем, не ТОВ, ничего, а именно ФОП. По Volkswagen вся история, которая должна была быть у официального дилера, неважно, будь то она в Европе, где-нибудь, эта информация должна быть. Здесь есть только две непонятные записи. Вот, поэтому очень большие сомнения, что имеет этот сервис гордое название «дилер официальный». Не, может быть, конечно, он имеет право от официалов продавать автомобили с последующим их гарантийным обслуживанием, но только речи про единую мировую базу там не идет. Это не Mercedes и не Audi. Это я к чему все рассказывал. Официал официалу, как говорят, розня. В общем, ребята, посыл следующий. Очень большие, классные, красные, красивые слова в том, что вот есть вся история, подтверждающая на официале. Не ленитесь, едьте, смотрите, проверяйте, потому что от этой истории обычно нифига хорошего нету. Не, дай бог, чтобы она была, но
очень часто это не соответствует действительности. Хотя есть даже какие-то бумажки. Хотя сейчас подделать какие-то документы с учетом того, что изготовление печати большими красными буквами везде стоит на том же OLX изготовить печать в районе там 200 гривен или 150 для людей, которые делают это на потоке, ну вообще не составляет никакого труда. В последнее время в сервисных книжках то, что я вижу, ну если честно, я не особо смотрю в сервисные книжки, но то, что я вижу, печати они нифига не есть оригинальные. То есть я видел много по тому же Volvo, когда ездишь, смотришь, как печати выглядят в сервисном центре. Например, да неважно в каком городе, мы не один автомобиль покупали официалов. И как выглядят печати, я знаю. А в сервисной книжке они выглядят нифига не так. Даже там есть номера телефонов. Мы пытаемся позвонить, а таких номеров нет. Ребята, не ведитесь на красивые слова, вот все, что связано официал, оригинал, 100%. Не ведитесь, не ленитесь, проверяйте. По итогу, несколько дней спустя, заказчик все-таки принял решение приобрести этот автомобиль, потому как альтернативы-то в принципе никакой не было. Не было на тот момент автомобилей на механике. Машина, в общем-то, неплохая, за исключением того, что нет подтвержденного пробега. Как, в общем-то, и у большинства автомобилей, которые продаются на территории Украины. Тут уже приходится смотреть по самому состоянию мотора. Ну, а с вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах, всем пока-пока.